Ограничения, короче, на лестнице я сейчас. Здесь у меня вроде не проверяли ничего, потому что они там, вот, в каждой комнате, каждой бабки там, каждой почки затычка там есть свой смотритель, а на лестнице, я так понимаю, нету, поэтому я могу говорить. В общем, там будет тишина. Я сделала очень классные фотки по поводу там скандальных всяких вещей, типа там кольчуга или там эти шлемы, которым там дают 3-4 век нашей эры. Вот. Я их поставлю в сообществе. Сейчас я буду говорить. Покажу вам на этой лестнице очень невероятные еще вещи. Вот. Еще раз покажу вот этот нарост. Невероятнейший, невероятнейший. Просто. Даже на удивление народу много, но, ну, может, потому что бесплатно, но я-то не знала, что бесплатно, я так попала просто так на бесплатность. Повезло мне сегодня, кое-то веки я не заплатила. Вы посмотрите, какая люстра, вся наша. Вот, по поводу кольчуг, у меня новое открытие появилось. Здесь статуи все из стены растут, посмотрите, посмотрите. Сейчас я поближе подойду, хочу просто сзади меня. Во-первых, лестница наша, да, коралловая, но такая не сильно большая, всего лишь вот сюда идет. Тут везде, видите, идет наш этот чугунное сопровождение. Видите? Ну, или какой вы там хотите, назовите. Но главное, оно идет по всей лестнице. Плюс смотрите, что на полу еще хотела показать. Да и сама решетка тут тоже все наше, видите? Плетение наше. Посмотрите на полу. Они закрыли, видите, ковром. Рисунок тоже наш, видите? То есть повторение решетки на полу идет, посмотрите, натурально. Посмотрите. 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 Вот хочу пол показать. Здесь красно-белый и черно-белый пол везде. Там мраморный вообще невероятно там. Но нельзя было снимать. Вот. Хочу вам показать вот это вот. Посмотрите, как памятник. Во-первых, посмотрите, какая стена по диагонали, да, идет? А, не по диагонали, кругом. Это же нишка. Вот, посмотрите, как статуи из стены выходят. Не хочет фокусировать, не хочет. Расфокусировка у меня, да. Так, и вот здесь я хотела показать вам детали золотые. Вот. Здесь братцы нашлись. Ничего, он сзади меня стоял. Ну, я не читала.
смотри. Вот это идет черная нить. От чугунной, посмотрите, как она с камнем соединяется, посмотрите. Не могу включать. Посмотрите, как она с камнем соединяется, батюшки. Ой, как жалко, что я не могу включить это. Ну вот, посмотрите, вот так вот, без увеличения. На полу черное продолжение вот этой вот, вот этой вот, не побоюсь этого слова сказать, какой-то решетки. Выключи, потому что они увидели, что я разговариваю, блин. Я еще на коленях стояла в момент. А это вот листик наш, знаете, который мы ковер должен держать. Ну, ничего здесь не фокусируется. Посмотрите, какая дверь. То есть тут дерево, ребятушки, с металлом. Дерево с металлом, понимаете? С одним листьем. Видите, тут опять вот эти, да? Тут опять, видите, рисунок черный, видите? Освещение ужас. Сейчас они пойдут, я еще раз покажу. Плохо, плохо, плохо видно, плохо видно. Какой пол, да? Какой пол? Лестница все мраморные здесь. И, кстати, опять лента Мёбиуса, да, это лестница, да? И под ней еще, под ней еще и рисунок. Посмотрите. Посмотрите. Смотрите, как она идет. Заворачивается, да? Ребятушки, не фокусируйте ничего. Что я могу поделать? Ну, вы видите, вот там рисунок есть. Покажу. Вот видите, вот, смотрите. Все лестницы такой идет. В общем, вот чугуны наши. Все это я соединю. Дети с ужасными лицами, да? Сейчас я вам там еще дворик сниму, там можно будет говорить. Нет. Я считаю, самое крутое здесь, это, конечно, этот фонтан. Остальное все так, так себе. Кстати, кисти, стены, все параллельно, все параллельно. По диагонали.
Так, ладно, пойду получать сумку и поснимаю вам еще во дворе. Пока-пока.